Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Аната. Мы бодрые и веселые, идем убивать комара. Да. Комар нас достал. Вообще, конечно, все они летает, негодяи. В общем, надо их всех убить. Летает, жужжает, варенье сжирает. Пистон этот на нервы еще давит. Я гады. А как бы так быстрее бы к нему пробраться? И не пускают. Ну, как-то так. Значит, никак. Это ж что получается все... А, вот, смотри, направо. Интересно, они просто так нападут? Ой, там квест какой-то горит на доске. А это там еще раз убить вот этих вот. А, вот же пакость-то такая. Да. Только они в этот раз какие-то более тонкие. Какие? Более тонкие по ХП. Ну и хорошо. Не бронированные, скажем так. Сэкономили на обшивке. Вот оно что падало, я понял. Что падало? Ну, балалайки? Там, да, лежит просто на земле. Балалайка. Ить. Та-та-та-та-та-та-та. Так. Вот этот вот пулемет, автомат, ай, который... Ай, у меня? Откуда ты? Ты мертвый, да? Да. Стой. А, вон. А тут... Сейчас я тебя подниму. Сейчас. О, поднялась. Короче, вот эта штука, которая тройным выстрелом стреляет, очень классно против них. Так, а я в прошлый раз... Я умер. Я вижу. Я, наверное, сейчас... Ну, ладно. Мы, на самом деле, очень глупо, конечно, сделали. Встали там вдвоем. Угу. Ну да ладно. Справились же. Чего вообще к нам пристали? Непонятно. Тут куча ящиков. Было. Сейчас наверх поднимусь, посмотрю, может здесь еще какой-нибудь супер-мега-ящик лежит. Да вроде ничего такого. А на лестницу? Че? А что-то как-то редко попадаются, да? Да. Ящики. Редко. Этот аддон как-то вообще какой-то на ящике очень скудный. Это в магазинах кладут. В магазинах, да, кладут и дразнят. Жетонов этих дают, конечно, немного. Это сколько надо выбирать времени и на рандом надеяться, чтобы что-то отдельное выпало. Или что-то необходимо именно тебе. Пока дождешься. Чего? Че? Не осилило. Я тоже. А будет драка. Как его зовут? Я забыл опять. Комар. Ну, видимо, это комар по-английски, что ли? Не знаю. Круто. Угу. Навевает воспоминания. Он еще своих собрался притащить сюда. А. Готов. Assassins never die. Ой, сам себя пострелял. Ага, хорошо. Готов. Летай, птичка, летай. Кто там такой горластый? Это кто он... горластый? Он сверху на... Летает который? А, вот он. Ну-ка не шевелись, гад. Гранатку что ли ему кинуть? Как-то неудачно.
Это-то этой штукой, да? Ай, он прям на меня упал. Фу, не на меня. Ну да, этой штукой. Круто. Еще там еще один, да. Прилетел сзади. Да, елки, с палками. Ну-ка иди сюда. Популивает, только отворачиваюсь, он популивать начинает. Вон он. Перекрестный огонь. А-а-а. Почти снесли. Иди, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Вот так. Все. А, хорошо. А, да елки, нет, еще. Еще летят. Тут а, еще... А, это, наверное, пистоновские. Пистон. А-а-а. Он же сказал, говорит, вне зависимости от того. Победишь ты комара или нет, тебе оттуда не утяжело. Ой, я умер. Я думаю, я оживу. Да, жил. Нормально. Хотя как-то не особо нормально. Не, нормально. Все хорошо. Ты где орешь-то? Это очень много понтуется, я смотрю. Да, надо бы ему обрезать. Что-нибудь. Ноги там. Руки. Чтобы не было чем понтоваться. Кого там мучаешь? Такие звуки. Да, они тут меня попытались вдвоем обидеть. А я не такая. Паразиты. Еще один сверху где-то. Около тебя, да? А, я его убил, наверное. Окей. Добраться до лифта. Нам любой лифт, что ли, нужен? Если я правильно понимаю. Наверх? Или куда вообще? Куда добраться? Я что-то ничего не понимаю. Видимо, на самый верх. Получи. Ой! Ау! Ау! Ты выжил, гад такой? И ты выжил. Как тебе туда пройти? По лесенкам наверх. Там их очень много, но... Ты там они как? Все ведут в одно место. Я хорошо, нормально. Почти без проблем. По лесенкам, говоришь? Да тут этих лесенок это вообще... Не, у Мокси лучше получается. Ой, я случайно тут сам себя, по-моему, убил. Но я нормально, я сейчас оживу. Главное этим не злоупотреблять. Оп. Азалон. Я тебя не успею, да? Нормально, я жил. Вот ты забрался. Ну так я говорю, тут много лестниц и все наверх. Надо идти. Я и иду. Потихоньку. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нас. Побежали. Ого. Ой, а что ты тут делаешь? Ну так. Ну в смысле, я вижу, что ты в данный момент здесь делаешь. Сможешь добить слева, там он бегает? Я тебя пока буду придерживать. Оп. Сейчас попробую добить.
Черт, наверное, я его добил, да? А, нет, нормально. Нет, все нормально. О, хорошо. Четко меня там около бочки. Бабах. Ты где, красавец? Выходи. Да, вот он один был. Классный автомат нам Мокси дала. Просто шикарный. Я от него тащусь. А у тебя молниями? Да. Причем даже по целям, которые не без щитов, очень хорошо бьет. Проблема там. Да? Ну, ты видишь. Но проблему вижу. Нам сюда, видимо? Ну, видимо. Ага. Поехали. Еще выше. Падать отсюда куда? Ау-ау-ау-ау-ау. Сейчас мы ему крылышки-то обрежем. О. Хотелось бы с первого раза. Держабль пистона. Смерть с небес. Понтануться решил. Кошмар какой. Хорошо, так. А ты говоришь, что я в дирижабль стреляла? Надо было его сразу подбивать нафиг. Ух ты! Ух ты, ё-моё! Воскреси меня, пожалуйста. Так, понял. Ныкаться надо. Щит снимать надо. Да. А! Прячемся. Так, я пошел за ним. Сейчас попробую настакать на него там всякой фигни. Щит снимаю, у тебя же электрический, да? Да, снимаю. А! Только аккуратно. Я тебя оттуда не резну просто. Спрятался, спрятался. Спрятался. А я его уже бью. Причем... Я попадаю по нему, но не вижу, сколько у него здоровья. Еще и стервятники прилетели. А, я сейчас умру. Сейчас попробую уползти. Где стервятники? Стервятники прилетели. Где они? Где они? Вот он, вижу. Летают. О, спасибо. Мы его почти снесли же. Да-да-да, у него немножко осталось. Готов? Хорошо. Красавец, выходи. Где? Раздутый. Вон он. Вижу. Так, еще кто-то присел. Ой, летят ракеты. Стервятник минус. Ай-яй-яй-яй-яй, еще один. А, прячусь. А! Где они? Вон они, вижу. Что-то могу. Это уже третий. И еще один есть где-то. Ну да, слышу. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Правее пошел куда-то. Гад. Еще двое даже получается. Сейчас почти, 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 почти. Не добил. Хотя, может, сейчас лопнет. Тихонько. Все, добил. Ай. Черт. Проглядела. На стервятник отвлеклась. Сейчас подниму. Че сполз? Буквально на 2 секунды отвернулся, он сразу же запулил ракетами. Ну-да. А где он вообще летает? Что-то я не вижу. По часовой стрелке летает. Вот он. Нет, он уже поменял направление. Ой, я его почти добил. Случайно. У тебя опять ракета, зараза, летит. О! Вообще мне показалось, Тина крикнула, это моя девочка. Сам из-под тяжка такой напал. Ага. Вот так. Да, пошли думать, как прикончить пистона.
You understand? I don't want to see you within a country mile of the town. Or things are gonna get messy. Ой, боюсь, боюсь. Ага. Коленки прям... трясутся уже, да? Да вообще прям сдержать не могу. Да нет, я уже у него спрашиваю. А. От того, как я боюсь, у него должны коленки трястись. Как бы нам отсюда быстренько слинять, скажи мне? Только сильно, есть такая возможность. Сильно вниз. Прыгнуть, допустим, куда-нибудь. Вот здесь можно спрыгнуть. О, я нашла сундук. Да ладно. Хороший? Не знаю пока. Ну так себе. Иди о, сюда. Эпик? А чё я? Розовый, это же не эпик. Ты такие вещи любишь. 111 тысяч урона? Еще и огненный. Ну хотя я не знаю, что лучше. Ну всего 2 единицы, но зато перезарядка очень быстрая. 2,5 секунды всего. Ну-ка, пойдем затестим. Ой, а как отсюда? Обратно. А, вот сюда? Наверное. А, во, вот лесенка. Вон, оба такие спрыгнули. Ну-ка, сейчас куда-нибудь бабахну. Круто. Медленно летит только. Какой-то эффект странный у нее. Эм. А чем это он еще запуляет? Это он ракетницу запускает саму. Перезарядка такая. А, это типа розовая ракетница полетела такая? Нет, розовая полетела, это наоборот. Заряд, ракета. А ракетница это вот следующая, которая. Ну да, эффект странный. Жесть. Пошли отсюда, что мы здесь бродим-то? Надо спрыгнуть, наверное. Но да, мы не бродим, просто я сундук нашла. Ну да. Сундук хороший. Оп. Куда надо? Ну, да, нормально. Это пипец. Давай. Я снимаю. Я думал, ловишь. Фига ты. А куда ты там? Я вперед. Ну нормально. А я уровень взяла. А я почти. Почти не считается. Ну я себя немножко утешил. Да мне там осталось миллиметр, даже меньше миллиметра. А я уровень взяла 3 миллиметра назад. А-а-а. Опа. Сейчас проверю ракетницу. Как-то слабенько. Не понял. Она кислотная. Совсем не бьет, что ли? Не пойму. Не пойму, она какая-то очень странная. А попробуй под землю. Что сделать? Ну, то есть в ноги им стрелять. Она сквозь них пролетает. А почему? Нет, смотри. Не пойму я эффекты ее. Сингулярная, что ли, какая-то, нет? Не пойму. Но она, видишь, на всех щит какой-то вешается. Даже не щит, а какая-то фигня. Надо почитать про нее будет. Что это да, такое вообще? Да, пока я не понял, как ей пользоваться. Отвредителя. Не говори. Мешаются нам тут. О, я уровень взял. Молодец. Ой, здравствуйте. Ага. Все, кончились? Нет. Там еще двое впереди. Слабак. Кто это меня? Бабах. Ой-ой. Ха-ха-ха. Привет. Ой. Рука дрогнула. Угу. Да правда. Шумок. Неправда. Правда или неправда, тоже определить как-нибудь. Под шумок неправда. Дрогнул, правда. Ага. 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 Гранатка. Самолодящаяся Тесла война. Волна. Да? Ну хорошо. Нет? Или война? А я как сказал? Сказал война.
Волна, я сказал. Тесла-волна. Ну, может, война, сказал. Не знаю, пофигу. Любовь — прекрасное чувство. Мой муж — скак. Чё? Чё? Я возьму его, но делать мы его сейчас не будем. I know it sounds insane, but I'm certain of it. He's somewhere in the Torque Forge. Look for a skag with a red scarf. Find him, please. Голос мужской был. Да. Я не буду спрашивать, уточнять детали. Ага, скорость перезарядки 45%. Круто, однако. А мы выходим отсюда. Тоже дрогнула. Бывает. Ой, кто это с тобой берет? Видела, как Тина с нами разговаривала? Официозно так, ну пыталась. Ну придумай еще что-нибудь. Да. Сколько можно? Прикольные автоматики. Я от них тащусь. Так, давай-ка я квест выберу. А что-то у нас там позади. Ну да. Светится. Поход на последнего босса — это не то. Ой, это проигнорировано. Откуда реанимируй меня там, нежно. Выход карты. Задание прикольно называется. Реанимируй меня нежно. Все, я уже поставил нормальное задание. Шли. Ну ладно. Там дуб миссии, я не знаю, может быть, мы вернемся, потом сделаем их. В целом забавные, ну, по названию, по крайней мере. Это мы его подбили, он так теперь сильно горит. Дирижабль-то? Или он так и горел? Вообще он так и горел, но, по-моему, не так сильно. По-моему, тоже не так. Может, это степень побитости пистона отображает? Так я сразу не договариваю. Побитости пистона. Пистона побитости. Степень побитости. Пистона побитости. Степень пистона. Оп, припарковался. Приехали, да? Я, знаешь, на кого похож? Я похож на Дэдпула в этом костюме. Да ладно. Ну чуть-чуть, да. Глава. Ты тогда автоматом не забывай почесывать. Сзади особенно, вот посмотри. Почесывать, говорю, автоматом не забывай. А то как-то на Дэдпула не тянешь. Приличный. Дэдпул, да. Прилично не бывает. Баловство кончилось, пора выигрывать турнир. It's time to win it. This is it. Piston is the only thing standing between you and a vault full of loot. You know what to do, sugar. Вернуться на арену. Сразиться с пистоном и все? Да. Солнышко. Ну, прикольно. Ты же знаешь, что делать, солнышко? Так, патрончиков. Вообще, мне кажется, что она говорит не солнышко все-таки, а что-то типа сладкий. Пусть сладкий, пусть солнышко. Выходим? Нет, закупиться точно. Ты молодец. Я молодец? Ну хорошо. Что там, хорошие гранатки? Да не... Вы лучше видели, конечно. Что-то не выбирается. Ой, чуть не купил случайно. А они глючные какие-то, плохо выбираются так. 11135. Ну, да. О, закупился. Так. У нас, кстати, иридия еще дофига уже скопилось. Надо будет потратить. Угу. Ах,
все, ничего интересного. Пошли. Наказывать пистона. А можно отсюда сразу на арену отправиться? Угу. Мечтай. А, ну как-то так себе. А почему нет? Жалко, что ли? Кто здесь накалякал черную кляксу? На картинке, посередке прям. Ну да, тоже постоянно смотрю на нее. Ой, а что так далеко поставили-то? Я думал, ближе поставить, черт, фигню какой-то схватил. Что такое-то? Ладно, главное, чтобы тачки были. О, тачки есть. Машинка, машинка. Залезай. Летим. Ну и вот мы к Мокси приехали. А смысл был? Ну, откуда же я знал, что у нас так далеко телепорт нет? Да и вообще, герои не ходят по прямой. Там все такое. Интересно, сейчас прям с ним драться будем или там какой-нибудь фигней будем заниматься опять? Да, он опять может что-нибудь подкинуть. Он же тот еще трус. Ну, он наверняка, мы сейчас сначала все мелочь его перебьем. Потом опять какая-нибудь... Ожидай какую-нибудь подлость. Меня просто убили и забрали деньги. В смысле, когда ты сюда пошла? Да. Спасибо, что вы воспользовались нашей системой. А я думаю, что такое, что там текстурки не погружаются, а это меня уже резали. Клево они тебя развели. Думали, ты не заметишь. Ну все, можно жаловаться теперь смело. Нет, ну что такое-то? Взяли, просто так убили. Просто так разобрали. Слушай, ну да, на арену сразу. Ну пошли, подеремся уж. Я думаю, долго это не займет. Ну, посмотрим. Займет или нет. Какая чистая арена. Последний раз, когда мы с ним бились, он газом ее заполнил. Ну да. Там кто-то висит. Где? Наверху. Ну, наверное, они тут всегда висят, ладно. Ой, чувствую, мы сейчас вниз упадем. Там знак искателя хранилища. Хранилище. Один-один это... Безбашнезавр? Это типа один на один называется, да? Ой, да он слабенький, в принципе. Ага, пока не начал стрелять. Давно бежит? Или нет уже? Нет, он едет. Но он стреляет. Не пойму, за тобой вроде. Круто. Ой, да заткнитесь вы там. Ну какой-то слабый. Толстенький. Слабый, ну, слабенький, да. Я бы сказала. Мотомамочка нам... Сложнее далась, да. Да. Что-то его, по-моему, заклинило, да? А, на меня его заклинило. За мной там ракета самонаводящаяся. А. Летели сейчас. Бежит домой, да, гад? Ну, не бежит, едет. Ну, судя по... И догоняет. Судя по всему. А мне прикольно. В какой-то веке, а я за тобой, кто-то бегает, а не за мной. Ой, он рикошетит.
Все. На тебе. Кажется, сбил. Обвешался так. Так, ну что, где этот гад? Ух ты! В тебя там какая-то фигня полетела. Да я вижу. Она наводится. Щиты сбил. Он умер? Ух ты! Ого! И все. Чего-то перебегать, собирать все это? Да. And that, boys and girls, is the story of how the Vault Hunter became the champion of Pandora. You forgot the part where the Vault Hunter kicked Piston the ball so hard he exploded? Because that never happened, Tina. Irrelevant! Calm down, Torg. You've got other things to worry about, like giving me your arena so I don't tell your stockholders about this little tournament. How the f*** am I supposed to know that illegal off-world death matches are illegal? Sugar, I think this is gonna be the start of a beautiful relationship. Резко они. Ну да. И чё, всё? Ну, наверное. Такие титры? Я думаю, сейчас закончатся титры, и нас отпустят собрать лут. Да я думаю, можно их пропустить, наверное. Если это можно сделать. Правильно? Ну, наверное, я не знаю. Да? Waiting for a sonata that I will conduct. Ха-ха-ха. Не знаю, я все собираю, короче, все, что... Потом разбираться будем. Не белое. Снайперка какая-то, смотри. Для Дай тебя потом. Прям. Нет, просто ее себе забери. А то я забуду. Окей. Нет, я бы вот еще постояла под таким дождиком. Он прям так хорошо... Ну да, особенно по звуке Торга. Гранатка. Че только белого столько накидали, гады? О, твоя любимая граната, кстати. Моя любимая-то какая? А вот, смотри, епик. Прямо тебе. Иди, иди. А там светится фиолетовым, ага. Ну, не то чтобы любимая, но... Ну, ты таким пользуешься, я знаю. Я сейчас таким пользуюсь, потому что лучше нет. Ну вот. Хорошо. Все. Распылесосили? Ну да. А молодцы? Я не знаю, мы как будем продолжать здесь квеститься? А что-то еще осталось? Ну, есть несколько квестов. Ну, я думаю, можно еще серию этому посвятить. Да я думаю, даже, может быть, пару серий еще посвятим ну, этому DLC. И... Ну, посмотрим. Короче, посмотрим. Угу. В любом случае, квесты еще есть, поэтому с DLC с этим мы, по всей видимости, пока не прощаемся. И... С вами увидимся в следующей серии. Надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки. Оставайтесь с нами. И увидимся. Всем пока. Всем пока.